Вак, убирай. Сам его прикормила. Он хочет отжать нашу рыбу. Здесь уже ничего. Ну что ты течешь, Лекс? Ты как сосиска. Ты с папой не дружишь? Или дружишь? Скажи, рыбу давай. Или ты дружишь только, когда папа рыбу дает? Посмотри, слюни-то капают. Облизывай хоть вовремя их. Ты не видишь, куда ты так гладит? Зато он тебя любит в эти моменты. Похоже, лучше один. Может, охотник за головами хуже? Он один? Пока да. Отведи к оврагу и сбрось его туда. А если он начнется? Рыбу давай. Напиши мне, он заберет меня. Хватит. Он уже пол рыбы съел. Не давай ему. Нам надо уходить. Здесь теперь опасно. Не дай бог будет приступ по дороге. Папа сказал, тебе хватит. Все. Да. И какой же у нее дар, Чарльз? Есть? Швырять железки? Ну-ка. Сразу рыбы нет, все. Напиши на обратном пути. Может, еще что-нибудь нужно? А что ты ему в рот-то смотришь? Сам шипишь и, главное, в рот ему смотришь. Ты уже определись, мальчик. Он так смотрит, как будто его обделили. Вообще, скажи, Лекс, все члены семьи, скажи, должны получать одинаковые порции, да? Скажи, я полноправный член семьи, так-то скажи, да? Все, давай. Мама говорит, хватит. Все-таки там немного соли есть. Да, все. Давай, ложись. Давай. Ахать будешь в другом месте. Давай. Вот, все, иди, молодец.